как это называется? Фанатично, работаю фанатично над новой книгой. Там несколько стихотворений прочту. Твое отчаяние сродни пустым обидам. Ты суетливо пестуешь архив, но чаша византийская разбита и гложет призрак неподкованной блохи. Тигровых лилий островок дарован вспышкой. Ты преклоняешь трепет на главу, диктуешь королевские записки, но верноподданные в клочья письма рвут. Обыденно сгорает греческий пергамент, невозмутимо пламя поглотит язык мистерий, двойственный веками, и лживый выдох безалаберной груди. Отныне паства мимоходом топчет бисер, и ее прельщает тусклый изумруд. Ты грозно полномочия превысил, плоды традиции червоточинами мрут. Заморских амфор приворот гнездится едко, орденоносно выверена цель, кудахчет суверенная наседка, былым кичится императорский лицей. Твое отчаяние питает неизбежность, где узаконил планку нивелир. Действительность песочишь зарубежно, теряешь след, кто эту кашу заварил. По протоколам суеверных выгод необходимый близится отстрел. Сличаешь дальнозорко, вехи иго, пусть пояс чести в придыханиях истлел. Твое отчаяние зазорно и заразно, груз неподъемный тчишься понести, но крепко заколочен ряд калашный, и путь к нему заказан, сгнил в труху настил. Покоит август до поры счастливый случай, еще не дремлет солнце в облаках, еще глотают струи скрип уключен, и щедро льются урожденные блага.